Уважаемые коллеги, друзья, добрый день. Я всех вас приветствую, рад видеть. Вместе поговорим. Мы уже начали, собственно, по дороге сейчас разговаривать о вопросах, которыми вы занимаетесь в ежедневном режиме, которым вы посвятили свою жизнь. Но я скажу, сейчас в зале говорил и здесь повторю. Ясно, что ваша работа самая сложная, потому что вы напрямую работаете с людьми. И вам приходится отвечать на вопросы, к которым вы подчас и отношения-то никакого не имеете. Не входит в компетенцию, но все равно люди приходят прежде всего к вам. Им до Москвы, до Кремля, до Белого дома не добраться, а к вам, надеюсь, они попадают. Но, конечно, работа должна быть выстроены таким образом, что ваша компетенция совпадала с объемом финансирования и с источниками. Ну, наверное, об этом мы и поговорим сегодня. Это первый всероссийский муниципальный форум. Называется он красиво очень. «Малая Родина. Сила России». И, как мне сказали, в целом он собрал 7 тысяч человек. Это очень много. Большое количество людей. Но вот Ирина Михайловна сейчас подсказала, что в целом-то в системе работает 4,5 миллиона. Конечно, всех собрать невозможно, но каждый из них имеет свой вклад в развитие соответствующих территорий. Есть очень хорошие практики. Ну, все бывает. Страна огромная, проблем не с числа, само собой разумеется, но есть очень хорошие практики, и, конечно, нужно их масштабировать. Очень важно иметь такие площадки, которые позволяют это делать. Рассчитываю, что вы и сегодня поделитесь своими идеями, впечатлениями от того, что и как у нас происходит. Прежде всего, конечно, по поводу того, что касается вас непосредственно, вашей работы. Но уже в зале сказал, еще раз повторю, и сделаю еще раз с удовольствием. Подписан указ сегодня об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Вот давно, давно пора было это сделать. Один из важнейших участков работы, причем без всякого преувеличения общегосударственного значения. И многие люди заслужили того, чтобы государство и таким образом тоже отмечало их заслуги. И, конечно, мы очень заинтересованы в том, мы, когда говорим, мы имею в виду страну в целом, в том, чтобы, я еще об этом скажу, в том, чтобы на эту работу приходили люди подготовленные, перспективные, умеющие и желающие работать и добиваться результата вот на этом важнейшем участке. То есть очень важное направление – это укрепление кадрового потенциала. Здесь много направлений, все, наверное, и не перечислить. Мне бы хотелось обратить внимание на несколько из них. Ну, первое, конечно, тоже неоднократно говорил, повторю. Надо, конечно, обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Это все-таки, знаете, люди, когда решаются на это, да, когда проходят это горнило, возвращаются, да, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях, понимаете? Здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди. Приоритеты другие, ценности другие. Такие люди, если у них есть склонность к работе подобного рода, конечно, их нужно привлекать к этой работе. Так, безусловно, нужно привлекать молодежь. Как мы любим говорить, это штамп такой, но тем не менее он оправданный. За молодыми будущее. Они лучше чувствуют свои поколения. Это поколенческие вещи, они лучше через себя пропускают. А значит, и тоньше могут реагировать на запросы общества. Это важно. Вы знаете, что в конце прошлого года стартовала программа развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». На первых двух потоках обучается уже 160 человек. В этом году будет запущено еще два потока. И очень бы хотелось, чтобы это была хорошая, нужная для вас площадка, и для вас, и для ваших
подчиненных с тем, чтобы, проходя через нее, вы чувствовали, что есть поддержка, такая интеллектуальная поддержка. Начал работать так называемый цифровой университет муниципалитетов. Это по дистанционному обучению. Действует программа сопровождения молодых служащих, Госстарт. Мне бы, честно говоря, если у вас есть представление о том, как все эти инструменты работают, очень бы хотелось услышать ваше мнение об этом. И ваши рекомендации по поводу того, что надо было бы сделать дополнительно, как настроить эту систему. И, конечно, все программы развития, подготовки муниципальных кадров должны быть доступны коллегам из Донбасса и Новороссии. Это само собой разумеется, наверное, об этом тоже поговорим. Им нужно встраиваться в нашу правовую систему. Отмечу и роль Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Вот сейчас только Ирина Михайловна говорила как раз об этом. Здесь речь не только о том, что ассоциация помогает поднимать престиж местного самоуправления и тех, кто работает в этой системе, но и выстраивает диалог с региональными и федеральными органами власти, что чрезвычайно важно для того, чтобы принимать взвешенные, реализуемые на муниципальном уровне решения. Решений-то принимать можно много, благих намерений всегда достаточно. Вот как их реализовывать, это другой вопрос. И здесь, конечно, очень важен диалог и сопоставление этих возможностей с пожеланиями. На что еще хотел бы обратить внимание? Считаю, что мы должны активно использовать все механизмы для более активного участия муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития. И в этой связи, тоже сейчас говорили об этом, вот коллеги оценивают это положительно, работа в Госсовете, привлечение на площадки подобного рода, мы так и будем действовать дальше. А у нас работает сейчас Совет по развитию местного самоуправления, кроме всего прочего. На его заседании в апреле, если вы помните, прошлого года, мы говорили о тех сложностях, с которыми вы сталкиваетесь. И некоторые решения мы сейчас пытаемся реализовать. О чем я говорю, что имею в виду? Значит, проводится детальная инвентаризация всех расходных полномочий муниципалитетов. Честно говоря, мы из года в год этим уже, не переставая, занимаемся, все делим полномочия и источники финансирования. Но это работа в целом все-таки полезная. По итогам правительство должно принять решение об исключении дублирующих либо несвойственных природе местного самоуправления функций. Тоже, если какие-то соображения на этот счет есть, с удовольствием выслушаю и приму к сведению. Значит, теперь контрольно-надзорная деятельность, тоже очень важное направление. Здесь важно не хватать и не пущать, да, и не штрафы выкатывать, а своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать просто людям на местах, не делать этих ошибок. Значит, в этой связи и в работе прокуратуры тоже мы говорили об этом. Должна расширяться практика применения профилактических мер, а не просто штрафных санкций. Ну, тоже, если есть какие-то на этот счет соображения, замечания, пожалуйста. Цифровые решения, цифровые технологии. Конечно, они у нас внедряются по всей стране, во всех отраслях. На муниципальном уровне тоже важно использовать эти технологии. Надеюсь, что вы так и делаете. Если есть какие-то соображения на этот счет, пожалуйста, с удовольствием тоже приму к сведению. Вот, пожалуй, все, что хотел бы сказать в начале. Да. Ирина Михайловна, да? Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, конечно же, не могу, Владимир Владимирович, не поприветствовать вас от имени Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и от той армии муниципальных служащих, о которых я вам сказала, когда встретили вас. Мы разные, Владимир Владимирович, от маленького аула до города-миллионника, но объединяет нас задача, поставленная перед нами вместе с людьми, ради людей и рядом с людьми. Все, что мы делаем, понятно, что это огромный спектр задач, целей, задач. И вы абсолютно верно подметили, что
Нам должно хватать компетенции. Когда вы сказали о школе мэров, сегодня как раз здесь присутствуют главы Донецка, как раз, которые тоже уже участвуют в этом проекте, потому что у нас замечательный народ, у нас замечательные граждане. Они приходят к нам с вопросами, и порой они задают вопрос, он не всегда относится к муниципальному уровню власти, но в моменте они хотят на него ответ. И наша задача не перекидывать друг на друга, не мое, не знаю, а решать эти задачи. Люди ждут от нас, и, как вы правильно когда-то сказали, служение – это служба. Люди доверили высокий пост и, конечно же, хотят результата и решения вопроса. Владимир Владимирович, Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина. Сила России», он начал работать вчера. Я вам хотела бы сказать, что вчера на площадке ВДНХ 65 различных площадок, платформ, 19 лекториев нашего научного сообщества. Хорошая выставка. Не просто понравилось, а поняли, какая великая страна. Мы ж порой живем каждый местечково, мое самое лучшее. Вы спросите сейчас у меня, мой регион самый лучший для меня? Конечно же, я родилась и выросла. Но когда увидели масштабы и то, что происходит в стране, какие изменения, какие люди живут, то выходили оттуда и все говорили, ну, про внутренний туризм не говорю. Все говорили, как хочется услышать, увидеть, поделиться и где-то, может быть, взять лучшее и применить к себе. Но вот эти площадки для глав, они стали как раз прямым диалогом, Владимир Владимирович, с федеральной властью. Были на площадках и министры, были и руководители ФАИВов, и были представители и бизнеса, потому что для нас тоже очень важно с ними разговор вести и диалог выстраивать. И наши партнеры НКО очень многие были на площадке. Разговор состоялся непростой, Владимир Владимирович. Скажу вам честно, что многие площадки очень долго продолжали работать, выходя за временные рамки. Потому что живой был разговор, неподдельный. Он шел от души. Может быть, не так красиво говорили, но зато честно, по-настоящему и получали такой же ответ. Вы знаете, три было у нас площадки. Сила в людях, сила в традициях и сила в развитии. Сила в людях, потому что и сегодня в зале вы видели. И я, наверное, возьму на себя такую смелость, как один из сопредседателей. Владимир Владимирович, я горжусь нашим муниципальным сообществом. Многие люди действительно 24/7 служат, любят свою работу. У нас есть наставники 25, 35, 40 лет. У нас здесь есть коллеги, которые больше 40 лет. Одна запись трудовой книги. И это люди, которые сегодня, знаете, как мы их называем золотым фондом. Это наставники, это учебник. Это те, кто поделится практикой. Конечно же, говоря о людях, мы, Владимир Владимирович, на этой площадке рассуждали о вызовах сегодняшнего времени. Я не могу вам это не сказать. Как только началось СВО, больше 3000 наших коллег сложили полномочия и ушли воевать. У нас есть потери, но есть и гордость за тех людей, которые и сегодня в строю. Их жены, дети точно знают, что мы их окружим заботой и вниманием, и ваше задание было. Каждый наш сотрудник закреплен, мы сегодня вам об этом тоже расскажем. Владимир Владимирович, не могу не сказать, что среди наших коллег есть главы. Вы знаете, что именно мы, руководители призывной комиссии, у нас есть многодетная мама, которая 6 детей. Она сама принесла повестку сыну, одному, второму, а потом, когда поехала с гуманитарной помощью, то там встретила его, а все были удивлены, коллеги. Твоя мама глава, а она сказала, что правильно воспитала сына. И таких историй, Владимир Владимирович, если бы у меня было время, я рассказала вам с дорогой душой про каждого своего коллегу. Нас привыкли ругать по делам, нас есть за что ругать, Владимир Владимирович, есть. Но при этом хочу, чтобы мы и хорошее видели, потому что таких примеров очень много. Могу сказать, что среди наших коллег, Владимир Владимирович, есть многодетные, и здесь в зале тоже присутствуют такие коллеги, которые своих детей 1-2, по 12 человек взяли, всем селом взяли детей, окружив их вниманием, заботой и любовью, свое такое Божье предназначение, и я горжусь этими коллегами. Конечно же, могу сказать вам о том, что таких историй миллион. И сегодня коллеги поделятся с вами. Я только знаю, что вот та площадка, где мы говорили о людях, она завершилась тем, что молодость и мудрость вместе способны продолжать двигать
и делать то, о чем говорят нам люди. Молодежь у нас не хуже, не лучше, они просто другие. Нам нужно научиться слушать и слышать друг друга, понимая, что душа-то болит. Душа русская, ген вот этот, памяти, благодарности. И пока мы эту боль чувствуем, пока мы понимаем, что происходит вокруг, есть в нашей жизни оправдание и понимание, почему именно эта профессия выбрана. Конечно же, когда вы говорите о том, что хотелось бы послушать о новых компетенциях, действительно, и школа мэров заработала, и мы хотели бы пойти дальше. Может быть, это школа команд, где команды бы могли учиться, узкопрофильные специалисты, обмениваясь опытом на нашей ли площадке, на площадке РАНХИКС, Сенежа, потому что они стали нам очень серьезными партнерами за этот год. И буквально вчера, Владимир Владимирович, похвалюсь, мы запустили платформу цифровую муниципалитета РФ. Она уникальна тем, что 8 цифровых сервисов от навигатора возможностей, где каждый глава, войдя в личный кабинет, получает ответ на вопрос, в какой федеральной программе можно поучаствовать, как готовить документы. Это в помощь для того, чтобы оперативнее и быстрее найти вопрос на ответ на вопрос при формировании бюджета, как я буду развивать территорию, где я могу еще поучаствовать и принести в свой муниципалитет копейку. Конечно же, Владимир Владимирович, должна вам сказать о том, что цифровая платформа – это не единственный момент общения, ничто не заменит человеческого слова. Поэтому на площадке в Армсу за этот год мы запустили муниципальный диалог. 81 тысяча инициатив, мы ее разбили на блоки от хозяйственных вопросов, связанных с вопросами ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной сферы, сельского хозяйства, всех спектров жизни, до сегодня очень важной с нашей точки зрения темы, которую мы не можем не обсуждать, она идет через сердце, через мозг, это, конечно же, и сохранение памяти, не дать переписать историю. И пример тех ребят, о которых вы говорили, которые возвращаются и встраиваются в систему работы. И сегодня вы на сцене видели одного из этих парней, который герой России. Обе ноги отсутствуют, но он вернулся назад с войны, встроился и сегодня помогает мэру Ярославлю в патриотическом клубе, работает с ребятами, у которых нет отцов или отцы, которых воюют. Да мы гордимся ему, такой пример для подражания. И тем, кто помоложе, конечно же, знаете как, является наставником. В общем, Владимир Владимирович, конечно же, сегодня каждому из нас очень хочется поделиться и рассказать, и есть что рассказать. Я только одну мысль донесу и передам слово коллегам. Знаете, какой у нас удивительно красивый народ. Терпеливый. Очень трудолюбивый, надежный, патриотичный. Если раньше, Владимир Владимирович, многие просто наблюдали со стороны, что делает власть, то сегодня через все инструменты, будь то совет старост, старшие по домам, будь то НКО или ТОСы, всегда они рядом с нами. На любой площадке они наши и строгие судьи, и наши советники, партнеры и коллеги. Да, включая даже вопрос, мы вчера обсуждали, готовились к встрече, даже народное бюджетирование, мы понимаем прекрасно, что коллеги сегодня с нами обсуждают бюджет, участвуют в многих проектах рублем, и мы видим, как меняется ситуация, и пользуясь случаем, и жители наших за это благодарим, потому что это очень важно, не вместо, а вместе. И я всегда привожу пример пальцем или кулаком. Вот кулаком командой, конечно же, легче решать вопрос. Я благодарю вас за эту возможность как сопредседатель. И я живу этой работой так же, как мои коллеги. Мы любим свою работу. И не хочу больше занимать времени. Хочу, чтобы вы услышали тех практиков, которые буквально вчера приехали в Москву вместе с коллегами оттуда, от передовой с людьми. И похвалиться, и погордиться, и поделиться есть чем. Если позволите, я хотела бы руководителю Великого Новгорода Александру Розбауму предоставить первым словом. Благодарю вас. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, для меня очень высокая честь сегодня быть и работать вместе с вами. Не так давно я руководил Старусским муниципальным районом Новгородской области и историческим городом Старая Русса. Это город воинской славы, город Федора Михайловича Достоевского. Это город с большой историей, и такие города, как Великий Новгород, Суздаль, Владимир, Дербент, Керчь, Муром,
они создавали основу нашего многонационального государства. История нашей страны – это богатство, и мы обязаны его беречь, знать, передавать молодым поколениям для того, чтобы это было не каким-то простым уроком, а именно выходить за рамки школьной программы и изучать и интересоваться историей своего родного края, своей страны. Малые и средние города позволяют нам прикоснуться к живой истории, к памятникам, к святыням, почувствовать свой культурно-генетический код. Поэтому то, что делаем мы в своем городе, то, что мы обменялись с коллегами, действительно вот на этом этапе возрождения любви к родине, становления новых институтов, действительно это очень важно. Говоря о тех возможностях, которые имеются в наших музеях, это малые музеи, музеи порой под открытым небом, они настолько увлекают гостей наших городов, что не укладываются в отведенное время для проведения экскурсии, потому что то, как жили наши предки, строили наши города, защищали наши города, действительно, это живой интерес, и это такой настоящий урок истории и патриотизма. А сейчас это также особенно важно. Говоря о тех задачах, которые вы сформулировали в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года, о том, что наши малые города должны наращивать потенциал туристической привлекательности, мы видим уже результат этой работы. Многие города преобразились, многие города показывают те изюминки, в которые еще раз хочется приехать, и мы этим гордимся. В настоящее время я работаю в Великом Новгороде. Это город с большой историей, город великого князя Александра Невского, школы Ярослава Мудрого, Новгородского Веча и былинного героя Садко. В этом году Великий Новгород отметит 1165-летие. Великий Новгород – город воинской славы. Через 4 дня, 20 января, мы отметим 80-летие освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. В период войны город Новгород был практически полностью разрушен. И мы гордимся еще тем, что освобождение Новгорода сыграло ключевую стратегическую роль в полном снятии блокады вражеской города Ленинграда. Мы видим, уважаемый Владимир Владимирович, новгородцы, то, как меняется наш город, благодаря вашему отношению во всех сферах, то, как производится ремонт наших больниц, то, как наполняются наши больницы и поликлиники новым оборудованием, модернизируются системы жилищно-коммунального хозяйства. В том числе это и новые решения, это особая экономическая зона. Буквально в этом году начнется сборка умных телевизоров «Сбер». Это инновационная долина Валдая, где работают 25 резидентов из ведущих корпораций и компаний страны в высокотехнологичной сфере. И сейчас тоже это важно с учетом импортозамещения и внешнего санкционного давления. Особо хочу отметить программу, которую вы инициировали. Это ремонт наших школ, капитальный ремонт наших школ. Потому что то, как преображаются школы внутри, внешне, действительно это добрый, позитивный отклик и у детей, у родителей и учителей. За это отдельное спасибо, потому что небольшие муниципалитеты вот тут эту работу самостоятельно провести практически не могли. И сейчас, и в следующий год запланировано немного у нас таких объектов, и с коллегами мы обменялись мнением, подтвердили. Поэтому спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению правительство приобретает школьные автобусы и передает их в муниципальное образование. И я хочу, воспользовавшись возможностью от всех муниципалитетов, обратиться к вам с просьбой продолжить вот этот вид поддержки. Для нас это очень важно. Спасибо вам большое. Ну, во-первых, конечно, 80-летие освобождения Новгорода – это большое событие. Вы абсолютно правы. Это способствовало полному снятию блокады Ленинграда. Ну и вообще, вот если память не изменяет, в августе 41 года Новгород был уже оккупирован. Вот 2,5 года он находился в таком состоянии. До 20 января 44-го. И противник как держался-то за эти места. Январь 44-го в
А, как мы знаем, в мае 45-го уже все закончилось для него. До января 44-го цеплялся за Новгород. Не случайно. Были до этого причины. Но, тем не менее, благодаря героизму Красной Армии, нашему народу, и эта проблема была решена, противник был изгнан оттуда. А вообще Новгород сыграл, конечно, огромную роль в становлении единого централизованного российского государства. Это точно. А, кстати, Веча была не только формой правления в Великом Новгороде, но и во многих других городах средневековой России. Так что это такая традиция принимать важнейшие решения демократическим способом, она, в общем и целом, это была такой, одной из базовых на территории Древней Руси. Но, конечно, мы должны помнить о прошлом, беречь его, историю беречь. Это наш фундамент для движения вперед, для строительства на этом фундаменте прочного здания российской государственности. А идти вперед, в том числе и решать задачи сегодняшнего и завтрашнего дня, и не в последнюю очередь в сфере социальной, в здравоохранении, в образовании. Ну и, конечно, вот эта программа, она действует у нас несколько лет уже. Примерно по 10 миллиардов мы направляли ежегодно на школьный автобус, на эту программу. Не помню, дай бог памяти, где-то, по-моему, 11 тысяч штук закупили. Во всяком случае, где-то 32 миллиарда за последние 3 года мы из федерального бюджета на эти цели направили. В этом году будет тоже 10 миллиардов. И вы правы абсолютно, эту программу нужно продлевать. Потому что все задачи в сфере муниципальных дорог и региональных дорог мы пока не решили. А если так, то тогда нужно обеспечить комфортное и безопасное передвижение детей в школу. Это точно. Но и дороги надо строить, само собой разумеется. И мы будем это делать. Здесь многое сделано. Не знаю, вы у себя замечаете это или нет. Наверное, замечаете тоже. Тем более, что через Новгород трасса проходит. Мы должны сделать объезд Новгорода, все это сделаем, обязательно доведем все. А, нет, не Новгорода, это в соседнем регионе это можно делать, объезды. Да? А так в Новгород-то съезд хороший, там все сделано как нужно. Так что будем это все делать, а программу «Школьный автобус» продлим. И не только в этом году выделим необходимые ресурсы, повторяю, 10 миллиардов, по-моему, запланировано, но и продлим ее обязательно. Разрешите, Владимир Владимирович? Конечно. Воронежская область, Бобровский район, глава администрации Лобиков Анатолий Иванович. Район аграрный, направленный на производство и переработку сельскохозяйственной продукции. Воронежская область, да? Воронежская область. В сельском, вот, Владимир Владимирович, если сегодня зайти в любой магазин, да, то мы сегодня увидим всю продукцию практически нашу, российскую. Начиная от картошки и заканчивая деликатесами мирового уровня. Вот было время, пробежался по Москве, посмотрел, увидел воронежскую нашу продукцию, порадовался искренне. Наша продукция не хуже. Вот. И деликатес мы делаем. Например, в районе мы сегодня делаем больше 60 видов сыра, в том числе и с голубой плесенью. Сейчас вот к 7 января, к Рождеству, клубник. Так только вспомнил, вчера анекдот рассказывали. Нет, у вас сыр с плесенью есть? Нет, сосиски есть. Но слава богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, это точно. А сосиски совершенно нужного нам высшего качества. Нет, сосиски мы тоже делаем, Владимир Владимирович. Но вот сейчас и оборудование получили, с белой плесенью занимаемся. Но вот я что хотел, к Рождеству получили клубнику. Вкусную, да. Науку уже привлекли по генетике. Там лаборатории получили, спасибо по федеральному гранту через Минобразование. Вот, пригласили молодую девушку, аспиранта с Мичуринского сельскохозяйственного института, Надежду Сергеевну. Вот, сейчас к ней молодой человек приехал,
но он тоже преподает в колледже, но он уже машиностроение. Профессии хорошие нужны нам, люди хорошие, но вот уже пообщался с ними, ставят задачу по улучшению, расширению жилья. Однозначно будем это решать, и здесь нам многие программы федеральные в помощь. Владимир Иванович, ну и деревня уже стала далеко не та. Вот мы, вот райцентр у нас преобразился, он стал походить на город. И вот если взять к советскому времени, то у нас производство продукции кратное от 4 раз до 7 раз. Ну, это великолепный показатель, сказать раньше сам не поверил. Так вот, сегодня, конечно, там и социалка у нас в этом плане достойная. Сказать, что там у нас хорошо все, ну, это чересчур, да. Вопросы есть, и люди нам задают. Иногда чем стандарт становится выше, тем больше вопросов от людей. Но, да, они, но у них другие сегодня они вопросы задают. Там, если что-то сами там не решаем, губернатору бежим, помогает, да. Поэтому в этом плане как и вот работаем. И смотрите сегодня, вот даже тот же бизнес, вот мы с ним работаем, с бизнесом сегодня, по КРСТ-системе, КРСТ, комплексное развитие сельскохозяйственных территорий, они участвуют и в этих программах, но и кроме этих программ они стали намного за последнее время социально ориентированными. Участвуют и в жизни района там, и в спорте, и в образовании там участвуют, и ребятишек учат, и классы, и гранты. Вот. Ну и самое главное, что, по крайней мере, они нас слышат, и у нас там девиз какой, что, ну вот как, в первую очередь, как они относятся к людям, которые там на территории живут, да, вот сейчас снег навалил, ну, тяжело, да, особенно те, вот, кто бизнес-животноводством занимается, у них почищен раньше всех. Поэтому им громадное спасибо. И приятно, когда там нас слышат. Программа КРСТ такая очень великолепная, она дает отдачу всем. Ну и бизнес, конечно, доволен. И люди самое важное, что они получают, потому что мы получаем жилье, дороги навели порядок, там несколько дорог сделали по программе КРСТ. И вот сегодня и муниципалитет от этого тоже прибавляется, потому что по многим и аграрники получают, и мы и медикам даем, и учителям, мы вот сейчас тренерам дали достаточно большое количество квартир. Владимир Иванович, но вот хотелось бы в первую очередь громадное спасибо сказать, хотелось, чтобы программа, конечно, она осталась бы постоянной, но и хотелось спасибо сказать от бизнеса, от людей и от нас, вот от многих коллег муниципалитетов, что, конечно, это вот громадное спасибо, потому что мы видим сегодня роль государства и видим стратегии государства. И наши люди уже, вот, которые в селе, ну вот они с уверенностью смотрят уже в завтрашний день. Да, и мы любим свою малую родину и гордимся ей. Владимир Иванович, ну ты пользуешься случаем, да, и возможностью, да. Ну, хотим вас пригласить, в Воронеже уже давно не было, хотелись вот сельхозник, потому что рассказывать можно, а мы готовы показать, что у нас действительно вот... Да. Спасибо. Анатолий Иванович, спасибо за приглашение. Воронежская область развивается хорошими темпами, уверенно. Ну, и она такая стабильная территория, стабильная. Люди... Ну, да, нам тогда санкции тоже помогли. На сельхозпродукцию мы ввели ответные наши меры, начали поддерживать производителя, и реально пошло. Но люди были к этому готовы, к этому времени. Так же, как сейчас, оказались многие, работающие в промышленности, в различных отраслях и производстве. Вот тогда селяне оказались готовы. Ну, как бы государство поддерживало. Сейчас в промышленности то же самое происходит. Вот. Но это отдельная тема. Во всяком случае, сельское хозяйство демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития. И мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность. По основным видам продукты, ну, вы знаете, вы сами оттуда, из этой отрасли, все стабильно. Значит, в прошлом году вообще был рекордный в истории России урожай зерновых 156 миллионов тонн. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках. Это, наверное, люди, которые раньше работали в сельхозпроизводстве, такого даже и представить себе не могли. Но это реалии сегодняшнего дня. И в этом году 143, плюс, если посчитать новые территории, плюс еще 4 миллиона, 147 миллионов будет. Там не просто посчитать,
по разным причинам. Ну, статистика другая и так далее. Но неважно. Ну, так, да, если без новых территорий, 143 миллиона тонн, очень хороший показатель. Так что всех селян еще раз хочу поблагодарить за эти результаты. Вместе с тем, конечно, отток населения все-таки имеет место быть. И это связано с недостаточным развитием социальной сферы, прежде всего. Инфраструктуры, социальные сферы, воды, медицины, образования. Это все нужно развивать. Да, мы делаем это из года в год. Первые программы, такие комплексные, у нас появились в 2003 году. Потом они по-разному назывались, переходили одна в другую. Но и этого пока недостаточно. Ну, люди разные, и населения, и в городах живут. Но все-таки, да, на селе много плюсов с точки зрения экологии, но все-таки надо прямо и честно сказать, на полтора года продолжительность жизни на селе ниже, чем в городах. Это такой интегрированный показатель. Вот. И что касается здравоохранения и образования, кстати говоря, тоже здесь очень связано с этим. Вот надо уделять этому повышенное внимание. И, конечно, такая программа, о которой вы сказали, комплексное развитие села, конечно, должно быть продолжено. Мы обязательно это будем делать. Это 100%. Даже, как у нас в народе говорят, к бабке не ходи. Но это по определению нужно делать. И будем это делать. Причем будем работать и над решением жилищных вопросов, вопросов здравоохранения, образования, водоснабжения, газоснабжения, развитие инфраструктуры, прежде всего дорожной инфраструктуры. Конечно, денег нужно много, но чего, оно того стоит. И это что значит того стоит? Это нужно для людей, для страны. Мы в прошлом, где-то, не помню, сейчас вот с министром разговаривал, в этом году 70 миллиардов, по-моему, запланировано. Чуть-чуть меньше, чем министерство запрашивало, но все-таки 70 миллиардов – это приличные деньги. Я уже сказал о достижениях сельского хозяйства. Есть и проблемы, вы об этом знаете. Это семена. Нужно обеспечить себя семенами. А мы на сегодняшний день это на 63, 65, 67% себя обеспечиваем. А нужно как минимум 75%. Поэтому задач много. Но решать задачи без людей, которые там работают и хорошо себя чувствуют, уверенно чувствуют, невозможно. Поэтому программа будет продлена. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне поделиться с вами, со всеми присутствующими, как сегодня живут сельские территории. Я работаю главой администрации сельского поселения железнодорожная станция Кудринская Мещовского района Калужской области. Работаю в профессии давно. Живу и родилась здесь, на этой сельской территории. Вся тяжелая и сложная жизнь нашего села прошла через мою судьбу. Мы всегда... Сельские жители всегда думали, когда же наконец к нам придет счастье, когда расцветет наша малая родина. И вот такое время наступило. Мы благодарны сегодня и вам, Владимир Владимирович, и правительству Российской Федерации, всем государственным программам, что мы сегодня можем жить достойно. Действительно, село преобразилось, стало красивое, добротное, комфортное, благоустроенное. Мы на у себя, например, последние эти годы сделали очень тоже немало для того, чтобы жизнь на селе была совершенно другая. Отремонтировали 2 сельских дома культуры, отремонтировали 2 капитально 2 библиотеки, построили 3 хороших современных спортивных площадки, заложили и обустроили 4 муниципальных сквера, в том числе 2 сквера воинской славы. Мы сегодня занимаемся тем, что переселяем сельских жителей из аварийного жилья. У нас эта проблема полностью снята. Мы сегодня вводим в оборот земли сельскохозяйственного значения, потому что у нас работают на селе хорошие хозяйственники, которые эту землю покупили и вот дали возможность прибавить и в урожайности, прибавить в рабочих местах, ну и прибавить тем, что доходы от этой земли, налоги приходят в нашу казну. Но сделано немало, но предстоит еще и очень много сделать. Нам надо, конечно, более активно развивать свою территорию. Нам надо более оперативно решать вопросы, которые вы ставите перед нами, государство ставит перед нами, ну и, конечно, ставят перед нами люди. А для этого нам, конечно, в наших администрациях нужны специалисты, профильные специалисты, бухгалтера, нужны специалисты по закупкам, нужны архитекторы –
Конечно, время идет, и опытные, грамотные специалисты уходят на пенсию. На смену нужно, чтобы пришли к ним тоже грамотные специалисты, не менее грамотные, чем те, которые уходят. Я знаю, что у других специалистов отраслевых, таких как у медиков, у врачей, есть прекрасные программы поддержки. Я думаю, Владимир Владимирович, можно проработать, может быть, и нам тоже такую программу проработать для работников муниципалитетов. Посмотреть возможности и подумать над тем, вот над льготной ипотекой с привязкой к территории. Или вот заканчивают ребята высшие учебные заведения, те, кто желает продолжить свою судьбу и жизнь, связать с муниципальной службой, может быть, им оплачивать какие-то подъемные средства, может, еще что-то предусмотреть. Ну, вот такие мои предложения есть. Вот сегодня коллег я тоже поддерживаю по развитию комплексного развития сельских территорий, потому что мы тоже в этом участвуем, тоже нам дают возможность в программу хорошо работать. Ну, конечно, надо, как вы правильно сказали в своем вступительном слове, надо, конечно, заниматься и кадрами. В муниципальную службу, в муниципалитеты должны приходить новые, современные, молодые люди с современным образованием, с цифровыми технологиями, так, как должно быть сегодня в нашей прекрасной, замечательной стране Россия. Спасибо вам большое. Тамара Яковлевна, да? Тамара Яковлевна, ну вот вы же, извините, вы сами упомянули о некоторых наших программах. Земский фельдшер, земский учитель, вы это имели в виду, да? Ну, эти программы рассчитаны как раз на село и на то, чтобы в первую очередь поддержать людей, которые на селе работают. Что касается ипотеки, то же самое. У нас есть сельская ипотека, она льготная, и мы будем это продолжать. Но если вы считаете, что нужно подумать прямо о каком-то льготировании и какой-то дополнительной поддержке напрямую муниципальных служащих, ну, я сейчас, откровенно скажу, не готов прямо сейчас сказать, что да, вот мы сделаем в таком-то объеме. Это надо просто посчитать, это же дополнительные расходы. Вы все знаете, что это такое. Вот. Но подумать, конечно, можно. Давайте я обязательно это поручу правительству посмотреть, по каким направлениям, каких специалистов конкретно надо поддержать и что для них надо сделать. Давайте посмотрим. Не за что. Спасибо за подсказку. Хорошо. Спасибо. Разрешите, Владимир Владимирович. Шлабаев Юрий, глава Нижнего Новгорода. Владимир Владимирович, хотел бы затронуть вопрос, который, наверное, интересует жителей многих, ну почти всех, я думаю, на населенных пунктах, вне зависимости от численности, от маленьких до больших. Это вопрос качества и комфортности городской среды. Сейчас по всей территории страны реализуется программа, инициированная вами, которая позволяет проводить и обеспечивать проведение масштабного благоустройства почти во всех муниципальных образованиях. До начала реализации этой программы вопросы устроенности территории люди относили к самым волнующим, к самым проблемным. И работу органов местного самоуправления, и состояние дел в этой сфере они оценивали, в общем и целом, достаточно негативно. Почему? Если посмотреть, в каком состоянии были порой даже центральные площади, скверы, парки в начале 2000-х годов, то все становится понятно, что люди видели. Люди видели неухоженность, люди видели порой отсутствие там тротуаров, я уж извиняюсь, туалетов, элементарно лавочек, урн, освещение, да, поэтому оценка была достаточно негативная. За годы реализации программы, конечно, очень много изменилось, ситуация совершенно другая. На примере Нижнего Новгорода скажу, только в Нижнем Новгороде было благоустроено более 160 общественных пространств. И это не только ключевые пространства, такие как Кремль, Нижегородский, Стрелка, Нижегородская ярмарка, парк Швейцария, но и небольшие, порой дворовые территории, маленькие парки и скверы во всех районах города. Преображаются и крупные города-миллионники, вот у нас представители есть, и малые населенные пункты тоже здесь по этой программе. И у людей эти изменения находят исключительно положительный отклик. Значительно изменилась позитивная оценка состояния дел в области благоустройства. Есть разные цифры, я приведу одну из цифр по Нижнему Новгороду, там 78% считают ситуацию хорошей в сфере благоустройства. Ну, я думаю, они разные могут быть в зависимости от ситуации. Но вот по последним такая цифра есть. Почему люди так поддерживают и высоко оценивают реализацию вот этой программы по всей стране? Потому что люди сами решают, что и где и как благоустраивать. То есть, что благоустраивать и что там должно быть. Детская площадка, спортивная площадка, тихая зона отдыха, либо там
архитектурное сооружение какое-то или фонтан поставить, сами решают. И, конечно, это выражается в большом количестве людей, участвующих в выборе объекта благоустройства, в голосовании за объекты благоустройства. Порой иногда удивляешься, насколько разнообразными на самом деле и продуманными являются предложения жителей по благоустройству, начиная там от пеленальных столиков в санитарных комнатах, по-моему, могу ошибиться, в Кемерово, по-моему, была такая практика, до теплых остановочных пунктов и теплых скамеек в городах, которые находятся на севере нашей страны. Фактически это прямое участие людей в принятии управленческих решений в определенной сфере. То есть в данном случае в благоустройстве и в распределении бюджетных средств на конкретные мероприятия и конкретные проекты. Такие практики, конечно, они нашли свое дальнейшее выражение в форме муниципальных и региональных программ, так называемого инициативного бюджетирования. Ну, названия разные совершенно могут быть. Главное, что люди участвуют во всех процессах, начиная от выбора объекта расходования бюджетных средств или мероприятия до контроля за его реализацией. Ну, например, в Нижегородском регионе есть очень популярная у людей программа, губернаторская программа «Вам решать», где люди предлагают свое видение, что должно быть сделано в первую очередь, а потом после голосования выделяют соответствующие бюджетные средства, и вопрос проблемный решается. Ну, как другой пример могу привести, что 80% программы ремонта дорог в прошлом году в Нижнем Новгороде сделано было по заявкам жителей. И это не какие-то формальные заявки, может, неправильное слово. У нас наш аналитический центр и его цифровая платформа просто фиксирует обращения жителей, заявки жителей, пожелания жителей даже в социальных сетях, по другим каналам коммуникации, в государственных услугах и без лишней бюрократической процедуры вставляет их в программу. Такие практики, безусловно, они есть почти в каждом регионе, во многих муниципальных образованиях и везде активно поддерживаются жителями. Владимир Владимирович, муниципальное сообщество, я разговаривал вот со всеми и на форуме тоже. Самое главное, люди не только поддерживают, но и благодарят на самом деле вас. Заранее принято решение, которое позволяет проводить такие преобразования во всех населенных пунктах страны. Но реализация этого решения в этом году завершается. А там на самом деле есть много что можно, но на самом деле и нужно сделать. На самом деле запрос от жителей, он растет, потому что примеры есть, что уже сделано, и хочется везде так сделать. Понятно, что такие проекты, они требуют изыскать просто огромный объем бюджетных средств, но если будет такая возможность, все очень просим и в дальнейшем поддерживать процесс развития городской среды. Юрий Владимирович, вот результаты есть, это точно. Есть они благодаря вам, ну, сейчас объясню, в чем дело. Ну, не только вам лично, здесь присутствующим и вашим коллегам. Потому что у нас получилось то, о чем я вас просил. А именно, я просил вас включить в этот процесс людей. 14,2 миллиона человек по всей стране приняли участие в этой совместной работе. Ну, во-первых, это значит, что прежде всего, попадаете то, куда нужно. В десяточку попадаете по потребностям. Потому что, когда люди сами принимают участие, они указывают на то, чего они ждут. Первое. А второе, все-таки мы с вами делаем людей соучастниками общего процесса. И это вызывает всегда позитивную эмоцию, когда люди видят, что власть делает то, что они хотели бы увидеть. И вот это такой эффект, конечно, хороший. Программа действует несколько лет, действует хорошо, как я сказал. И, конечно, да, вы правы, речь идет о миллиардах, там по 20 миллиардов мы выделяли. Надо продлить эту программу. И более того, надо ее увеличить. Я просил правительство увеличить ее на 5 миллиардов. Правда, если вы не против, направим эти дополнительные 5 миллиардов в регион Дальнего Востока, чтобы не было депопуляции, чтобы люди не уезжали, чтобы в ускоренном порядке там решались бытовые вопросы, связанные с жизнью людей. Но в любом случае программу продлим. Владимир Владимирович, позвольте еще от больших городов, город Красноярск, Владислав Логинов, глава города,
те самые мысли, которые дал мой коллега из Нижнего Новгорода, безусловно, поддержать его и поддержать те решения, о которых вы только что сказали, для нас это очень важное событие, такое же важное, как сегодняшний разговор. Сегодняшний разговор важен не только для тех, кто находится в этом зале, а для всех муниципальных образований, потому что мы на контакте, мы во взаимодействии, через ассоциацию всегда общаемся вместе и решаем. Еще одно важное событие, которое произошло, мы вошли в состав Государственного совета Российской Федерации, это я и глава города Мурманска. Здесь наше участие тоже, безусловно, мы в этом участие принимаем и с коллегами делимся теми событиями, которые происходят. То, что на послание президента представители муниципалитетов были приглашены, мы очень высоко ценим такое к нам отношение. Хотел бы сказать за это спасибо от всех наших коллег. Что еще? На сегодняшний момент мы получили возможность не только диалога с вами, но и с федеральным правительством и министерствами. Объективно, первые шаги, которые мы совершили и которые нам совершили навстречу, это, конечно, Минсельхоз, это Минстроительство ЖКХ Российской Федерации, это Федеральное агентство молодежной политики, это те самые органы, которые сразу открыли все двери и не только для таких больших городов, там, как мы с Нижним Новгородом, но и для всех муниципальных образований. Объективные сельскохозяйственные территории сегодня заходят для такого взаимодействия. В прошлом году на Совете по местному самоуправлению при президенте Российской Федерации вы сказали о том, что в муниципалитетах служат добросовестные, ответственные люди, люди опытные, люди профессиональные. И, безусловно, таких у нас большинство, потому что некоторые даже не имеют возможности сходить в отпуск и каким-то образом, значит, дать себе возможность отдохнуть. Реально работают без выходных и без отпусков. И есть у нас и сложная ситуация, об этом люди нам жалуются, и люди говорят, что тот или иной служащий не отвечает требованиям. Мы на это обращаем внимание, и объективно такие случаи есть. Поэтому я бы хотел вот за этим столом именно поблагодарить наших жителей, что они нам об этом говорят, и мы вовремя в нашу работу вносим свои корректировки. Это для нас очень важно, так как сегодня на первое место выходит тот самый муниципальный диалог. С этим муниципальным диалогом мы работаем открыто. Мы на сегодняшний день, это и соцсети, это и прямые линии, которые мы ведем ежеквартально. Вот у нас 7 глав районов, ежеквартально все проводят прямые линии для того, чтобы понять все-таки, что происходит. Здесь нам в помощь ЦУРы, которые по вашему поручению организованы, в том числе наши муниципальные центры сейчас в эту работу интегрированы. Мы сейчас понимаем, что делать. Мы действительно во взаимодействии с жителями строим свои планы. И, как сказал мой коллега Юрий, о том, что ремонт дорог, если раньше мы принимали решение, проехала лаборатория, оценила улично-дорожную сеть, составили реестр и выполнили работы, то на сегодняшний момент мы делаем это по запросам от жителей. Они нам говорят, что делать. Они нам в Красноярске сказали, каким образом мы будем и принимаем решение в отношении названия метро, которое активно сегодня строится в Красноярске, название станций. Каждая станция обсуждалась с жителями. Мы сегодня обсуждали те места, где нужно сделать парки, скверы, опять же, там, где где-то был пустырь, какая-то свалка, какая-то неблагоустроенная территория и таких десятки объектов, которые по желанию жителей были сделаны. Мы в одном из больших микрорайонов хотели сделать, необходимо построить поликлинику. Было два места. Но мы долго думали, и мы считали, что объективно поликлиника должна быть здесь. Нет, провели голосование, проголосовали совсем за другую территорию. И здесь, в этой части, мы считаем, что вот эта эффективность взаимодействия, она на самом деле дает тот самый высокий результат. И если вспомнить, что вчера сказал Сергей Владимирович Кириенко, он сказал, что результат нашей работы оценивается не по квадратным метрам, не по освоенным миллиардам рублей, а все-таки по тому отношению жителей и по той отзывчивости жителей и комфортной среде, которая в наших городах существует. Все-таки благополучие жителей – это наша основная задача. Мы понимаем, как ее решать. Спасибо. Мне добавить нечего, но только то, что Красноярск – географический центр Российской Федерации. И имея в виду необходимость сбалансированного развития территории, конечно, нужно думать и о развитии Красноярска как одного из центров.
России. Так, по большому счету, я бы полагал, я уже говорил об этом, правильном, но если не федеральные органы власти, то какие-то структуры там, работающие именно в Сибири, переносить именно туда. Ну, так же, как Росгидр. Я с руководителем Росгидра разговаривал, с Виктором Викторовичем уже несколько лет назад. Он там скрипел, говорил, что не поедут сотрудники, будет трудно найти на месте специалистов. Ну, едут, в конце концов, решение принято, они переезжают. Вы знаете только, что я хочу вас попросить. Значит, Вячеслав Анатольевич, вы им помогаете, если нужно приобретать там какие-то офисные помещения, выбирать места для того, чтобы создавать там соответствующие офисы и так далее. Им помогать нужно, потому что на первых порах у компании там были сложности. Мы готовы, мы с ними в контакте и обязательно и обеспечиваем и социальными объектами. Сейчас смотрим, где для их работников будет такие. Для Красноярска же это только в плюс. Так и есть. Так, а им пришлось немножко там бороться, там было дело. Но все, процесс идет. Это не, они не сами, это я их туда выталкиваю. Я считаю, что они-то не хотят, во всяком случае, не хотели никуда ехать. Им здесь комфортно, в Москве. Но нам нужно территорию развивать, нужно центры компетенции переносить на территории, где работа идет этих компаний. Основная работа Росгидро на Востоке, в Сибири. Чего же им в Москве сидеть? Ну, и для Красноярска хорошо, на мой взгляд. Мы с ними отрабатываем и все условия создадим, и плюс мы сейчас готовим, у нас большое студенческое сообщество, у нас есть достаточно хорошие подготовленные специалисты в этой отрасли, в отрасли энергетики, гидроэнергетики, и мы их обеспечим точно. Мы знаем, что 70% это будет с нашей территории. Помогайте, примерно. Я подумаю, что еще сделать в таком же плане, понимаете, это, на мой взгляд, только на пользу развитию пойдет, и Красноярск, и прилегающих территорий, вообще Востока страны. Но географический центр России – Красноярск. И Россия должна развиваться так равномерно по всей территории. Хорошее дело. Спасибо. Спасибо вам за вашу работу. Так, пожалуйста. Руденко Галина Ивановна, Красногвардейский район, Белгородская область. Уважаемый Владимир Владимирович, мои коллеги сегодня затрагивают наиболее актуальные темы, касаемые больших и малых городов, сельских поселений. Позвольте мне сказать про тему, которая сегодня в сердце практически каждого человека нашей большой страны. 78 лет назад коллективный Запад не извлек урок. И спустя столько времени нам вновь пришлось бороться с фашизмом, повторяя подвиг наших предков, участников Великой Отечественной войны. Наши военнослужащие на передовой выполняют свои боевые задачи. А в тылу плечом к плечу объединились наши жители, тысячи людей, независимо от места жительства, вероисповедания и статуса, оказывают помощь фронту. Люди разных профессий, наши старики и дети ежедневно плетут сети, пишут письма, льют окопные свечи, плетут сети. И это желание каждого его не унять. Каждый хочет внести частичку себя и приблизить победу. Примером в Белгородской области является солдатский привал, где на протяжении практически 2 лет женщины и мужчины ежедневно готовят в больших казанах горячую пищу для наших военнослужащих. Там горячий чай, там всегда свежая выпечка, там домашний уют для наших ребят. И со всей страны в приграничье идут посылки. Помощь собирают наши жители, люди по всей стране. И мы прекрасно понимаем, что наши военнослужащие ни в чем не нуждаются. Но желание помочь его не унять. Генетический код россиянина, он на самом деле-то прост. Желание обогреть, сострадать и любить, помочь ближнему. Вот и все. Я хочу выразить слова благодарности от всех жителей Белгородской области за то чувство единения, поддержки и заботы. Действительно, и о наших жителях, и о наших военнослужащих. Вы не раз говорили о
поддержки семей, семей специальных, участников специальной военной операции. И это наша прямая обязанность. Потому что мы не должны оставить один на один со своими проблемами. И руководители муниципалитетов и главы сельских поселений, как никто, в прямом контакте с членами семей участников специальной военной операции к нам приходят с проблемами. Они ждут от нас не только решения, но и просто человеческого внимания. На самом-то деле помощь, она незначительная. У кого-то забор завалился, штакетник. Где-то надо лист шифера поправить. Но в основном это действительно душевный разговор. За каждые главы у нас посещают по месту жительства семьи. И вы знаете, когда приходишь, попьешь чая, поговоришь, становится, наверное, легче и нам, и нашим семьям. Это душевное тепло, это душевный разговор, его ничем не заменить. И я хочу сказать, что вот это чувство единения, которое у нас, его не передать. Мы едины, и мы с вами. Спасибо большое, Галина Ивановна. Прежде хочу сказать, что я и вам, и всем людям, которые проживают на этих приграничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и сплоченность. Мы будем делать все, чтобы их поддержать. Ну, а вас и ваших коллег на муниципальном уровне. Я знаю, как люди себя там героически ведут под обстрелами, оказывают помощь, ну, я имею в виду служащих муниципальных, оказывают помощь и старикам, и детям, и женщинам. Это просто действительно проявление таких лучших черт национального характера. В этой связи вот что я хотел бы сказать. Вот, может быть, не дошло, но здесь у нас, по-моему, широко это не распространялось. Совсем недавно бывший президент Чешской Республики сказал очень откровенную вещь, очень важную. Публично сказал, вот только что, буквально несколько дней назад. Война на Украине, сказал он, началась не в феврале 22 года, а летом 2008, когда было принято решение, да, наши СМИ давали уже, да? Ну ладно. Но я все-таки повторю. Когда было принято решение об открытии двери для Украины и Грузии, дверей в НАТО. Напомню, что Украина получила свою независимость на основании декларации о независимости. А там было написано, что Украина нейтральное государство. Это решение 2008 года в корне меняло ситуацию в Восточной Европе и с точки зрения обеспечения безопасности России. А кроме этого, в 2014 году еще и госпереворот, и объявление русских на Украине не титульной нацией, а за этим последовали целый ряд других решений, которые сводили на нет. Там, и фактически приводили вот то, что сейчас происходит в Латвии, там, в этих других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны. Ну и в 2014 году после госпереворота начались просто боевые действия на Донбассе. Они войну развязали, уже горячие. Вот это все привело к той трагедии, которую мы переживаем сегодня. И то, что сейчас происходит, а именно сплоченность нашего общества, укрепление нашей экономики, не только в сельском хозяйстве, и в промышленности, рост потенциала вооруженных сил – это полная неожиданность для противника. Но полная и абсолютная. Значит, что происходит на прилегающих территориях? И просто люди со стороны спрашивают, а зачем киевские власти делают то, что они делают? Обстреливают мирные города, населенные пункты, бьют по площадям. Какой в этом военный смысл? Никакого. Нулевой. А зачем они это делают? Ответ есть. Первое – это показать своему народу и их спонсорам, которые деньги дают, оружие и боеприпасы,
показать, что они в состоянии отвечать на действия России. Когда Россия с целью решения одной из главных задач демилитаризации Украины наносит точечные удары по военной инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса на всю глубину украинской территории высокоточным и оружием дальнего радиуса действия. Вот они пытаются показать, что они тоже что-то могут сделать. Но вместо того, чтобы решать военные задачи, они вот действуют таким варварским способом, просто по мирным населенным пунктам удар наносят, причем не избирательным оружием, система залпового огня, по площадям просто лупит и все. Это первое. Вторая задача – это, отказавшись от переговоров, они же отказались от переговоров, ну, напомню, в Стамбуле обо всем договорились. Говорю это вам, представители муниципальной власти, ну и все граждане России, конечно, должны знать, но вы напрямую с людьми работаете. Мы же договорились обо всем. Больше того, руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил даже под этим свою подпись. Подпись стоит, у нас документ лежит. Да? Нам только говорили, надо знак какой-то подать, что вот Россия действительно намерена пойти вот на решение этих вопросов мирным путем, надо войска отвезти от Киева. Отвели. Через день они выбросили в помойку все договоренности. Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы. А он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в Раде. Сказал, да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну, придурки, нет? И прямо сказать, ну вот если бы, значит, мы пошли бы на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад. Ну, это просто лишний раз подчеркивает, что они не самостоятельные люди. Это понятно для всех, это для всего мира, это очевидно. Но это не все. Конечно, одна из главных задач ударов подобного рода – это отвлечь внимание своего собственного населения и спонсоров, опять же, от полного провала так называемого контрнаступления. Полного и абсолютного. А что касается вот этого переговорного процесса, попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние там, полтора года. Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги на Украине, понимают. И западные элиты понимают. Все понимают. Просто вот эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Но не хотят, не надо. Просто если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, а сейчас это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики, их правления. Что касается наших граждан, особенно проживающих на этих территориях, то, конечно, еще раз хочу выразить слова благодарности, признательности за мужество, за сплоченность и всех, кто там работает, муниципальных служащих. Конечно же, прошу продолжать вот это служение в таком же режиме, как и это имеет место быть сейчас. Я буквально вчера, да, поздравляю губернатора Белгородской области с днем рождения. Мы с ним все эти вопросы очень подробно обсуждали. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, Суворов Алексей Николаевич, глава Мариторийской городской администрации Республики Мариэл, разрешите рассказать свою жизненную историю. В нашем роду Суворовых есть герой Советского Союза Сергей Романович. Он ушел на фронт в 1941 году, 19 лет.
Он, командир, в составе группы автоматчиков принял бой под Калугой. Оставшись один, раненый, истекающий кровью, вел неравный бой в течение дня. И только глубокой ночью санитары смогли вынести его с поля боя. И вокруг его окопа нашли 22 вражеских солдата. И дед мой воевал, и в этой великой войне мы победили. Наступила мирная жизнь. И сейчас вновь фашистская нечисть подняла голову. И мы, потомки дедов и прадедов, не стали отсиживаться дома. Я, как и многие муниципальные служащие, приняли решение идти добровольцем защищать нашу Родину, мирное небо и будущее нашей страны. Иначе я не мог. Во-первых, фамилия обязывает, Суворов. А во-вторых, в семье у нас так принято. У нас тут присутствуют женщины-главы. У одной четверо сыновей, и отец этих сыновей сейчас на передовой. А другой коллеги, геройский погиб муж. И сейчас нет важнее задачи, как защита нашей Родины и ее новых рубежей. И мы сделаем все, что возможное в тылу, где наши жены, матери и бабушки вяжут носки, варежки, плетут маскировочные сети, а наши дети пишут письма солдатам на фронт. И наши бойцы, читая их, бережно их хранят. И это им продает огромную силу и уверенность в себе. Владимир Владимирович, когда мы базировались в Луганской области, мы нашли книги, составленные на украинском языке, где восхваляет солдат НАТО и как солдат Рембо пришли устанавливать мир на украинской земле. А нас, москалей, как они это называют, россиян, враги и недруги украинскому народу. И мы не хотим, чтобы они пришли к нам и промывали мозги нашим детям ложной и искаженной информацией. И сомнений даже нет, что враг будет разбит, и победа будет за нами. Алексей Николаевич, вот вы рассказали о своей семье. Ведь из этого складывается все наше общество. Ведь все передается из поколения в поколение. Это не только благодаря вашей такой звучной фамилии Суворов, а благодаря тому, что мы так бережно всегда традиционно относились и к своим близким, к своим семьям, и к своей родине в целом. Это ведь традиция, которая реально от сердца к сердцу передается. Это можно прочитать, но такого воздействия на человека прочитанная информация никогда не окажет, как личный пример тех людей, которых мы бесконечно уважаем и которым стараемся подражать. Это наши родители. Мы даже этого не понимаем, не замечаем. Это просто под коркой сидит. Это просто сидит под коркой. Я уже говорил, там, читал письма своего деда, который сыну писал на фронт. И вот как он писал. Вы знаете, есть один момент, о котором я не говорил, о котором вот сейчас вам скажу. Он рассказывает, как бабушка умирала у него на руках. Потому что пуля попала ей в живот, она истекала кровью и на его руках умирала. Он там сыну пишет, ты бей этих гадов и так далее. Но вот момент, знаете, какой любопытный. По-моему, для всех народов России очень, и для русского народа, и для других народов России. На что я обратил внимание? Вот он в письме сыну пишет, вот мама умирает у меня на руках, и ему, и мужу, говорит, ты не плачь, не расстраивай меня. Вы представляете, что это такое? Вот меня это так задело. То есть она знает, что она умирает, но она так любит своего мужа, она ему говорит, ты не плачь,
Она о нем думает сейчас, когда умирает. Не расстраивай меня. Вот это, мне кажется, вот такое отношение друг к другу и к родине в крови нашего народа глубоко сидит. Победить такой народ невозможно. А те, кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, на какие-то чуждые внутренние сигналы, вот как вы сказали, там, обращаются там, к НАТО там, и так далее. Но это люди, которые, не начав еще ничего делать, уже все проиграли. Они предали своих предков, предали свой народ и свои интересы. И предатели никогда в долгую не побеждают. Они могут что-то там цапнуть, что-то спереть, утащить там и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет. А тем более, если они на пьедестал почета выставляют там явных нацистов и пособников Гитлера. Ну как это можно? Да, значит, еще несколько там, десятилетий назад их предки боролись с нацизмом, а сегодня они его поддерживают. Такие люди по определению не могут победить. Значит, мозги там закомпостировали людям. Проговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда. Да и вообще это непонятно, что такое. Сейчас это не то место. И времени у нас на этот счет нет. Но мы свои интересы всегда защищали. И сейчас защитим. Вам спасибо большое за ваш рассказ. Пожалуйста. Разрешите? Да, пожалуйста. Абшев Альберт, глава города Алчевск, Луганская Народная Республика. Сейчас внимательно слушаю вас, коллег, и просто переполняю чувство гордости за наших воинов, которые борются на передовой, за всех тех, кто трудится в тылу на благо России, за волонтеров, которые помогают фронту, и за всех тех, кто превозмогает военные лишения на прифронтовых территориях. Я сам представляю новый регион. Хочу вам сказать, что Донбасс и Новороссия сегодня – это такое яркое воплощение истины, что русские своих не бросают. Та помощь и поддержка, она просто во всех сферах ощущается. И в социально-экономическом становлении, и строительство критически важной инфраструктуры, и оздоровление наших детей, помощь в интеграции в правовое, культурное и спортивное пространство. Владимир Владимирович, буквально вся страна объединилась, помогает нам строить мирную жизнь и помогает с полной отдачей. Так, наверное, могут помогать только русские люди. Я приведу пример на нашем муниципалитете. Только за 2023 год мы более 6 километров теплотрасс поменяли магистральных. Мы небывалый до этого ремонт дорог провели. 15 тысяч квадратных метров жилого фонда построили. Провели реконструкцию парка, спортивные площадки. И все это, оно вселяет уверенность, что жизнь на Донбассе возрождается, и люди смотрят в будущее с оптимизмом. Конечно, есть ряд нерешенных вопросов, и ЖКХ вопросы, водоснабжения, но с той мощной поддержкой, которую вы оказываете, Владимир Владимирович, которую оказывает страна, вся Россия, мы знаем, мы сможем все. Также хотел сказать о той помощи, которая оказывается нам, как управленцам. Совсем недавно мы провели первые выборы на своей территории. Сейчас формируем органы муниципальной власти. Муниципальной власти. И остро нуждаемся в высококвалифицированных специалистах и профессионалах для дальнейшего прохождения муниципальной службы. И здесь нам большим помощником, конечно, выступает и Российская академия народного хозяйства, государственной службы при президенте Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, СЕНИЖ. У нас уже более 90% наших специалистов разных уровней прошли переподготовку в этих организациях. Ну, отдельно хотел бы выделить, мы сегодня упомянули, вот именно образовательную площадку «Школа мэров». Я, как и многие коллеги из нашего сообщества, являемся слушателями этой программы. И для жителей, вот для управленцев Донбасса, Новороссии, она вдвойне уникальна и вдвойне она важна. Я буквально не успеваю за коллегами записывать те положительные практики, которые уже в их управленческом опыте реализованы. И если медиков, учителей, инженеров всегда было где учить, и в этом отношении сложилась такая добрая традиция, то вот по вашему поручению создан такой образовательный центр для нас, и это очень здорово. Спасибо вам большое за это.
Еще хотел сказать об очень мощном векторе поддержки развития наших муниципалитетов. Это Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Я выражу свое личное мнение, и это мнение совпадает с абсолютным количеством моих коллег. Помимо огромного багажа практической и методической помощи, которую мы там получаем, наверное, самое и такое важное, что мы себя ощущаем в кругу своих единомышленников, друзей, соратников, готовых подставить плечо в трудную минуту. И вот 24-й год вы назвали годом семьи, и я с уверенностью хочу вам сказать, что в большой семье народов России прибыло нашими людьми, людьми честного труда, и я уверен, людьми, которые внесут свой вклад в развитие нашей большой, великой страны. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за все. Во-первых, Альберт Иванович, прежде всего хочу сказать, что вы сейчас сказали, завершили тем, что и новые регионы работают активно. Так и есть. Уже начали платить налоги в федеральный бюджет. Правда, но поддержка со стороны федерального бюджета очень приличная. Это стало возможным благодаря ритмичной и уверенной работе экономики, всей финансово-экономической сферы страны. Ну, вы знаете и про рост ВВП, про работу финансовой, банковской системы. В общем, это позволило нам направить в новые регионы свыше 1 триллиона рублей. 1,77 триллиона. Это большие деньги. И вот вы на примере Луганской республики сейчас обратили на это внимание, то, что некоторые вопросы решаются. Не все, наверное, решается так, как бы хотелось. Вот я знаю, что там водовод в Донецке не работает так, как мы ожидали. И нужно там еще много чего сделать. И у вас в Луганске, я вот недавно только с руководителем республики разговаривал на этот счет. Но важно, что промышленные предприятия начинают работать. Вот это здорово. Это хороший промышленный большой регион. Вообще весь. Ну, Луганск, Донецк, тем более. В свое время я уже тоже говорил об этом. Тоже вот лично читал эти архивные документы. Руководители Криворожско-Донецкой республики, когда формировался Советский Союз, они не мыслили себя иначе, как в составе РСФСР. И вроде бы с центральными властями договорились об этом. Но Владимир Ильич Ленин решил, как он выразился, это прямая речь, перерешать. И передал это в состав Украины. Вот. Когда руководители этой Донецко-Криволожской республики приехали и сказали, ну как же так, мы же договорились, мы не мыслим себя иначе, как в составе России. Он так сказал, ну надо перерешать. Потому что приехали представители формирующейся Украины, сказали тоже дословно, что же вы нас оставляете с одними мужиками, потому что представители сельского хозяйства считались мелкобуржуазными элементами, и с ними трудно было строить коммунизм. Вот. Это, ну, формально, во всяком случае, это было причиной. Это так в документах, в архивах. Это просто вот разговоры протоколированные, они у нас в госархиве лежат. Я попросил принести, и лично читала. Это прямая фраза. Надо перерешать. Когда они приехали, говорят, как же так, мы же договорились. Надо перерешать. Перерешали, и теперь вот мы столкнулись с ситуацией, которую переживаем сегодня. После развала Советского Союза было очевидно, что мы в конечном итоге к этому придем. Конечно, думаю, что на момент развала думали, наверное, о том, что фундаментальные связи Украины и России, они кажутся сильнее, чем конъюнктурные соображения националистической части общества. Тем более, что в Декларации о независимости, повторяю еще раз, было написано, что Украина нейтральное государство. А нет, эти националистические элементы оказались более агрессивными и начали продавливать свою повестку.
Вот, и все привело к сегодняшней ситуации. Но люди, проживавшие на этих территориях, конечно, всегда, вы, наверное, знаете лучше, чем даже я, всегда не мыслили себя иначе, как часть России. Это очевидная вещь. Ну, поэтому так и результаты голосования были такие. Это же никто, я всегда об этом говорю. Это же никто же не заставит на участок прийти. Можно все сфальсифицировать, так как в Соединенных Штатах фальсифицировали предыдущие выборы через голосование по почте. Ну, понятно, что это голосование по почте. Скупали за $10 бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны, там наблюдатели выбрасывали в почтовые ящики и все. Но заставить прийти невозможно. Под дулом автомата не заставишь. Если бы люди бы не захотели, они просто не пришли бы на участки, и все. Это называется голосование ногами, и все. Здесь же пришли и проголосовали. А что это, если это не демократия? Волеизъявление народа – это и есть демократия. Поэтому если нам там из-за бугра что-то пытаются пропеть, там, про ту демократию, которую они стараются нам навязать, ничего у них не выйдет. Не выйдет прежде всего потому, что люди думают по-другому. Они хотят быть с Россией, быть вместе с Россией. Они часть России уже сегодня. И мы сделаем все для того, чтобы решать стоящие перед вами задачи. Вам будем обязательно помогать. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, глава города Тюмени Руслан Кухарук. Мы сегодня уже говорили о выставке замечательной. И Тюмень, наш богатый город. Спасибо. Богат, прежде всего, людьми. Мы сегодня уже говорили про наш Всероссийский муниципальный форум. Это, конечно, такое первое масштабное мероприятие, когда 7,5 тысяч наших коллег со всей России приехали в Москву. Многие говорят, честно говоря, вообще впервые в столице нашей Родины. Вот, и то, что он проходит на площадке ВДНХ, на площадке выставки «Россия», это, конечно, позволило очень многим посмотреть и павильоны. Мы с коллегами, с главами тоже прошлись, осмотрели павильоны, посетили стенды регионов. И, конечно, хотим сказать вам благодарность за эту идею замечательную в одном месте на ВДНХ собрать основные, самые лучшие достижения нашей страны, показать людям историю, культуру, современные реализуемые масштабные проекты наших областей, краев, республик. И вы знаете, мы смотрели и видели эмоции людей. Наших земляков, когда они выходили с выставки, они совпадали с нашими эмоциями. Это гордость, гордость за свой регион, гордость за нашу страну. И вы знаете, уверенность в будущем нашей страны, потому что с таким наследием, с таким вот потенциалом, самое главное, с такими людьми, которые реализуют такие масштабные проекты, мы действительно преодолеем все трудности. Вот уже более 4,5 миллионов человек побывали на выставке, и этот поток неиссякаем, он продолжается. Но мы объективно понимаем, с коллегами тоже обсуждали, что, конечно, не каждый житель нашей страны сможет приехать в Москву, посмотреть выставку вживую, а она 12 апреля уже заканчивается. И вот, Владимир Ильич, есть такое пожелание, очень хотелось бы, чтобы вот это сохранить наследие этого замечательного проекта, сделать так, чтобы он жил, дать ему вторую жизнь, и уже не только в Москве, а во всех регионах нашей страны. Можно было бы, например, наших административных центров субъектов создать своего рода такие площадки, выставочные пространства, методические центры, которые бы могли представить всю ту палитру всех тех изменений, всех тех лучших проектов, которые есть в нашей стране. Там же можно было бы, допустим, и перенести на это пространство выставочное павильоны и стенды регионов, непосредственно разместить там с ВДНХ, когда будет выставка завершена. Мы бы могли там рассадить ее соседних субъектов. Но самая главная задача, вот то, что мы с муниципальным сообществом обсуждали, можно было раскрыть полностью все муниципалитеты региона. У нас, к сожалению, не все могли представить в рамках непосредственно выставки России, Дней регионов, абсолютно все многообразие наших муниципальных образований страны. Ну и у нас, к сожалению, бывает так, что люди не знают не только то, что творится или происходит, или то, что есть в другой части страны, а бывает и в соседнем районе даже не знают. Это была бы такая прекрасная возможность и рассказать о регионе, и поделиться, и погордиться всем тем, что там есть, ну, собственно говоря, и улучшить туристический тот же самый потенциал. Здесь понятно, что нужна какая-то координация, какой-то единый подход, единые стандарты, стилистика. И, может быть, нам нужно было бы тогда вот создать какой-то центр в Москве, а в регионах своего рода представительство, отделение.
которые могли как раз представить все возможности и все достижения регионов. Ну, если вот вы поддержите эту инициативу, то мы бы с удовольствием проработали эту инициативу и с региональными правительствами, и с администрацией президента. Руслан Николаевич, вы правы, ну, и я так понимаю, все так считают. Это удачный эксперимент. Нам хотелось просто показать, что сделано за последние там, десятилетия, за пару десятилетий. Как шла страна, какие задачи решала, что получилось, чего удалось. Может быть, где-то чего-то не получилось. Но в целом наша с вами общая работа, она привела вот к таким результатам, отчасти которых можно рассказать и показать на этой выставке. Свыше 4 миллионов человек уже посетили выставку. Она удалась. Ну, жалко, конечно, что она закончится. Я еще никому не говорил, честно могу сказать, никому не говорил. Но я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период. Ведь большое количество будет... Да, большое количество людей же приезжает в Москву. Миллионы людей с удовольствием придут. Ну, а как это можно... дальше транслировать на страну, на регионы. Ну, подумай, я попрошу коллег. Они это... Даже наши главы вчера, Владимир Владимирович, многих спрашивали, ну как, понравилось? А были? Нет, ни разу не были. А как вот теперь семьи не видим, детей? Ну, да. А это же такой момент, стимулирует. Увидел у кого-то, порадовался и плюс забрал себе что-то. Всегда же хочется, чтобы было не хуже, а даже лучше. Да, абсолютно. Соревновать. Вы правы. Именно так. Вы абсолютно правы. Спасибо, Ольга. Спасибо. Владимир Владимирович, Ольга Слюсарева, глава муниципального образования, город Тула. Сегодня действительно для нас, для всех, как никогда, важна такая тема, как патриотизм. И это чувство, которое действительно никогда нельзя навязать насильно. Город-герой Тула никогда не сдавался врагу. Каждый уголок нашего города, он пропитан патриотизмом. Наш губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин – герой России. Каждый туляк – патриот. И я как мама хочу сказать, что это чувство действительно, оно только воспитывается в семье, в настоящей семье. Впитывается с молоком матери. Прадед моих детей – герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны сражался за Керчь. Мой сын – воспитанник Нахимовского училища Санкт-Петербурга. И как Алексей Николаевич Суворов сказал, отец моих детей находится в зоне СВО. Полтора года назад практически ушел добровольцем. 3 дня назад выписался из госпиталя и снова вернулся на передовую. Я хочу сказать, что нас таких много, глав муниципальных образований, где семьи, мужья, сыновья сегодня защищают Родину. Это и есть истинный патриотизм, который действительно вот из поколения в поколение, из традиции в традицию. И наша задача сегодня – сохранить ценности семейные, настоящие ценности, настоящие традиции. 2024 год – год семьи. И опять же таки, очень хочется даже похвастаться, что наша ассоциация богата многодетными семьями. Даже сегодня здесь у нас и Георгиевский район Ставропольского края, 3 дочки глава, у меня 4 мальчишек. Наша замечательная Ирина Михайловна, наш руководитель, богата внуками, у нее 7 внуков. Есть семьи, где воспитываются приемные дети. Есть семьи, где особенные дети. Владимир Владимирович, благодаря вам наши дети сегодня имеют большую возможность учиться и развиваться в любом направлении. У нас замечательные школы строятся, детские сады, спортивные школы. Даже с учетом того, что в каждом практически двое есть спортивная площадка, у нас не только дети занимаются, у нас старшее поколение занимается, ведет здоровый образ жизни. В нашей стране открываются современные пренатальные центры, где спасают новорожденных 500 грамм, где мамы сегодня получают самую качественную медицинскую помощь. Владимир Владимирович, огромное вам спасибо за то, что сегодня каждая российская семья чувствует вашу всестороннюю поддержку.
за то, что вы отдаете всего себя людям и стране. И если позволите, как женщина, я хочу пожелать вам, Владимир Владимирович, оставайтесь всегда в такой же замечательной спортивной форме, с прекрасным чувством юмора. И от всей души хочется пожелать вам и вашим близким здоровья и благополучия. Спасибо вам большое. Спасибо, Ольга Анатольевна, вам спасибо. И передайте самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам. Он спасибо, обязательно. В отпуске был? Нет? Он в том году подписал контракт в сентябре. В декабре вернулся, потому что такая ситуация была. То ли их схватили в плен, то ли им удалось убежать, выбраться, но сгорели все документы, он возвращался. Вплоть до жетона все пропало там. Восстанавливали документы, и в апреле снова ушел. А вот 3 дня назад выписался из госпиталя и вернулся на передовую. Надо бы дома побыть-то ему, чего же он-то? Он сказал, когда придет время, приеду в отпуск. Ну ладно, хорошо. Привет, мы передавайте самые новые пожелания. Вот, что касается Тулы, то это, конечно, легендарный город, город оружейников. У нас там скоро будут мероприятия, связанные как раз с развитием оборонки. Так что, надеюсь, удастся побывать там в Туле. А 2024 год действительно не случайно объявлен годом семьи. Это такое общегосударственное мероприятие, направленное на укрепление наших традиционных ценностей, на которых, как я уже сказал, как на фундаменте мы пытаемся строить и строим здание всей российской государственности. Это важно не только для решения демографических проблем, хотя это важнейшее направление – укрепление семьи, увеличение народонаселения, сохранение российского народа, но это само по себе имеет значение, именно как нравственный фундамент государственности. Очень важно. И то, что вот у вас 4 ребятишек, да, здесь, я так понимаю, и другие есть коллеги, у которых такие большие, большие многодетные семьи. Это очень здорово. Вы знаете, на что обратил внимание? Никакого массового движения, конечно, нет. Но я просто имею к этому отношение. Там бумаги соответствующие подписываю. Все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Но это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. И те, кто когда-то уехал, по разным соображениям, они уже, многие возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными нормальными человеческими ценностями. Вот. А мы сделаем все для того, чтобы их сохранять. Сохранять этот культурный код народов нашей страны. Вам спасибо большое. Удачи. Да, уважаемый Владимир Владимирович, я представляю Дальний Восток, мэр города Южно-Сахалинска, Надсадин Сергей. Значит, я хочу напомнить, вот 10 лет назад вы инициировали и были приняты все соответствующие документы по развитию Дальнего Востока. Вот в историческом плане, вообще в целом, прошло совсем немного времени, но изменения мы уже все видим. Я вот часто обмениваюсь со своими коллегами, мэрами, дальневосточниками, и все видят позитивную динамику, и все это отмечают. Что касается про Южно-Сахалинск, не так давно вы общались по телефону с маленькой девочкой Кристиной, которая благодаря вам, собственно, совершилась ее детская мечта. Она побывала на озере Байкал вместе со своими родителями. И когда вы спросили у ее папы, а как город, где вы живете, какие изменения, папа сказал, не раздумывая, что город преображается, так сказать. Это вот, да, было заметно. Помню, конечно. Спасибо. А вот буквально на днях, когда вы были с визитом на Дальнем Востоке,
А вы в Хабаровске проводили совещание с предпринимателями, встречу. Там был один из наших предпринимателей, который, ну, я считаю, с гордостью рассказал вам, как он в целом молодой инвестор и молодой предприниматель, уже реализовал строительство двух гостиниц на территории опережающего развития «Горный воздух». Это наш курорт такой довольно знаменитый на Дальнем Востоке. И сейчас занимается третьим проектом, крупным, гастрономическое пространство. И в целом я могу сказать, что по всему Дальнему Востоку, особенно вот в столичных городах, такая вовлеченность бизнеса, она уже вот стала нормой. То есть все хотят что-то построить. Это вот благодаря грамотным мерам и тем льготам, которые создало государство для бизнеса. И хочу сказать, что вот на этой же встрече вы высказали свое намерение посетить Курилы. Я могу сказать, что точно не пожалеете. Это удивительной красоты место, удивительно симпатичное, величественное, красивое, божественно красивое. И в последнее время там очень много делают региональные, муниципальные власти для того, чтобы индустрия гостеприимства стала более такой, ну, лучше, так сказать, и жизнь на Курилах тоже стала лучше для горожан, чтобы это чувствовали все горожане. Там девушка одна по поводу аэропорта. Да-да-да. Для меня было неожиданно, потому что я знаю, что аэропорт-то хороший, новый там построили, но, видимо, вот это светооборудование не работает в нужном режиме. Ну, там действительно часто туманы, и вот, видимо, вот эту составляющую надо усилить, я думаю, из-за этого. То есть нестандартный аэропорт, и Курилы нестандартное место. Ну, и как следствие, возрос туристический поток, на самом деле, в последнее время. Ну, а в целом, вот если говорить про Сахалинскую область, я считаю, благодаря вот тем государственным мерам, активности губернатора, нашего регионального правительства, буквально за три года, с 20 по 23, мы с 43 места в рейтинге инвестиционной привлекательности переместились аж на 4 место. Я считаю, что это такой, ну, скачок, так сказать. С 43 в 20 году, на 4 вот сейчас. Здорово, я вас поздравляю. Спасибо. Не, ну правда, действительно, это... Спасибо большое. И там же в Хабаровске вы сказали, что одобряете, поддержали планы развития, комплексные планы развития городов и агломераций Дальнего Востока. Рассмотрели до этого мастер-планы этих городов и поддали это, поддержало правительство эти планы. И я думаю, что это даст такой очень серьезный импульс для развития наших городов, для того, чтобы качество жизни поднялось на другой уровень. И на самом деле, это, вот, я считаю, это стратегические были решения. Я, как житель Дальнего Востока, Сахалина, хочу искренне вас поблагодарить за эти принятые решения, потому что мы это прям чувствуем каждый день. Но как муниципальный служащий хочу поблагодарить вас за то внимание к нашему муниципальному сообществу, потому что для нас, поверьте, это очень ценно, дорого, и я уверен, что мы оправдаем ваше доверие. Спасибо. Сахалин действительно развивается очень хорошим темпом. Уровень дохода населения подрастает заметно. И у вас сейчас, с точки зрения демографии, она улучшается, ведь, да? Там, по-моему, даже приток населения наметился на Сахалине. Владимир, у нас был провал в 90-е годы. Я родился там, все это на моих глазах. Но сейчас действительно, вот, ну, по крайней мере, в Южно-Сахалинске динамика всегда положительная, но в целом мы ожидаем приток, потому что мы создаем и рабочие места, и жилье для людей с хорошим образованием, для того, чтобы мы, ну, собираемся технологически подняться, не просто сидеть на нефтяной угле, как сейчас говорят, потому что углеводородов в Сахалине на самом деле много, и это дает там 60-70% бюджета нашего консолидированного. Но вопрос, связанный с водородом, вот водородный полигон, со строительством инженерной школы, вот это наше будущее, это 100%. Я вас поздравляю с этими результатами. Конечно, мы понимаем, что результат развития экономики в целом, предприятий, которые там функционируют, но все-таки создать условия для людей, даже для того же бизнеса, это очень важно. Это в значительной степени и результат вашей работы. Так что вам спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Владимир Владимирович, мы честно вам скажем, что нам так приятно с вами общаться. Мы действительно благодарим вас за такую, знаете, впервые, ну, на моей-то жизни впервые, понятно, но недавно узнавали у тех, кто постарше в муниципальной службе. Ну, говорят, что на съезде на одном из партийных 5000 людей собиралось вот один раз в истории СССР, а мы сегодня 7000 глав собрали, да? При этом, Владимир Владимирович, это 7000 глав, да плюс еще экспертное сообщество, да плюс еще все уровни власти –
И мы, конечно, Владимир Владимирович, до бесконечности. Каждый хотел бы о себе рассказать. И скажу вам честно, сообщество у нас серьезное. Мы часто собираемся раз в месяц по разным вопросам, я вам докладывала. И, знаете, когда даже готовили сюда, то каждому хотелось, можно я, а я хотела бы вот это, а мне бы хотелось здесь. Такая гордость распирала, потому что что было и что стало, ну, как вы говорите, на выставке, люди увидели это глазами. Это не срежиссируешь, люди это видят, люди понимают. Да и народ-то у нас такой, его не обманешь. Он нутром чувствует, у нас ген такой, знаете, обостренное чувство справедливости, любви. Ну, не могу сейчас. Вот все глаза просто съел на меня, глядя, наш коллега, который прям глазами просит меня. Ирина Михайловна, ну, прошу тебя, ну, не могу, чтобы не рассказать про маленький, но очень гордый город, который в свое время стал моногородом и также в промышленном секторе экономики, как в секторе развития рванул. Это набережные Челны, Татарстан. И понятно, известное вам предприятие КАМАЗ. И, конечно же, я не могу не дать ему слово. Ну, обидится потом. Скажет, ну как же так? Дали слово. Уважаемый Владимир Владимирович, Республика Татарстан, набережные Челны, мэр города Наиль Магдеев. Основой жизнедеятельности любого муниципалитета является экономика. И поэтому мне позвольте буквально коротко поделиться с вами результатами работы крупных отраслевых промышленных предприятий на наших муниципальных территориях. В большинстве своем крупные промышленные предприятия являются градобюджетообразующими. От их финансового состояния зависит жизненный уровень в городах, социальное самочувствие. Поэтому, несмотря на определенные сложности, наши предприятия, благодаря в первую очередь нашим людям, трудовым коллективам, мощному интеллектуальному и промышленному потенциалу, продолжили свое развитие. Проведена большая работа по импортозамещению. Например, по городу Набережные Челны мы в этом году объем отгрузки вышли на 700 миллиардов рублей. Это большой объем с ростом на индексом промышленного производства 115%. Несколько слов о КАМАЗе. КАМАЗ, безусловно, сегодня флагман автомобилестроения нашей страны. Наш национальный бренд, и вы, уважаемый Владимир Владимирович, многое сделали для того, чтобы КАМАЗ сегодня стал таким успешным. Мы знаем историю КАМАЗа, помним об этом, поэтому большое вам человеческое спасибо. От 50-тысячного, 50 тысяч работает на КАМАЗе нашего родного КАМАЗа, от Республики Татарстан и полумиллиона город Набережные Челны. По итогам года докладываю, что КАМАЗ выпустил более 42 тысяч грузовых автомобилей. И сегодня в условиях специальной военной операции КАМАЗ достойно выполняет все задачи по обеспечению вооруженных сил нашей страны боевой техникой. Скажу больше, уважаемый Владимир Владимирович, трудности сплотили нас, муниципальная власть и бизнес. Мы успешно решаем не только производственные задачи, но и решаем успешно социальные задачи. В первую очередь по помощи семьям военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, их семей и, безусловно, самое главное, семей погибших наших воинов. Таких результатов нам удалось добиться, и мы об этом с коллегами сегодня говорили, благодаря очень оперативной работе правительство Российской Федерации. Правительство Российской Федерации, наше правительство работает очень быстро, оперативно, эффективно. Я вот долгие годы работаю уже руководителем муниципального района. Не время такое, но мы видим, что правительство работает очень-очень эффективно. Например, если говорить по городу Набережные Челны, мы являемся крупнейшим моногородом. И благодаря такому важному инструменту, как территория опережающего развития, мы смогли за 8 лет, а мы 16-го года являемся ТОРом, смогли открыть новых 46 заводов, привлечь 33 миллиарда инвестиций и создать 9 тысяч рабочих мест. И таких примеров, когда крупные промышленные города работают очень эффективно, достаточно много. Завершая свое выступление, уважаемый Владимир Владимирович, я хочу вас пригласить в город Набережные Челны. Есть очень хороший повод. В 2026 году
исполняется 50 лет со дня выпуска первого грузового автомобиля. И в 2026 году исполняется 400 лет со дня основания города Набережные Челны. Эти две знаменательные даты очень важны для нашей страны. КАМАЗ – это национальное достояние. Очень важны для нашей многонациональной республики Татарстан. Важны для нашего города. Ждем вас в гости. Рахим Итыгас, Бигзур Рахмат. Спасибо. Вам спасибо, мы это помним. И это удалось сделать благодаря республике, в том числе, благодаря местным властям, все помогали. Ну, сейчас, конечно, санкционеры, чиновники, квартиры. Здесь вот это знамя очень достойно. КАМАЗ-1, очевидный лидер автомобилестроения. КАМАЗ очевидный лидер автомобилестроения в России, но он один из лидеров и мирового автопрома, это точно. Да, потом столько раз Париж-Дакар выигрывали, все-таки о чем-то говорит, не переставая выигрывали. Так что вам большое спасибо за результаты, они очевидны в Татарстане вообще и в Набережных Челнах. В том числе это, конечно, результат работы вашей команды. Вашей работы, вашей команды. Что касается трудностей, нас сплотили, вы сказали, я даже вот пометил. Ну, вы наверняка заметили, обратили внимание, что я на Рождество встречался с семьями ребят, которые не вернулись с выполнения боевых задач. С их вдовами, с детьми. И одна из них сказала, вы знаете, ну, когда-то это все закончится, но бабушки и волонтеры, которые у нас работают в направлении поддержки ребят на передовой, они обращаются с необычным вопросом. Я говорю, с каким? Вот когда все закончится, как бы нам сохранить вот эту сплоченность, которая в обществе сложилась? Это конечно, вот тоже отражение нашего национального характера. И, кстати говоря, мы все с вами должны над этим подумать. Вот я сейчас к вам с этим и обращаюсь. Ну, и к вам, и ко всем коллегам. Конечно, все это должны над этим все подумать. И федеральные, и региональные органы власти. Но от вас, наверное, даже больше зависит вот это состояние, сохранение такого состояния общества, состояние сплоченности, чем от кого бы то ни было. Давайте подумаем над этим. Это действительно важно. Вам спасибо большое еще раз. Спасибо, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, вы знаете, сейчас... Все коллеги, думаю, со мной согласятся. Слушая вас, мы сегодня собрались на площадке и по вашей инициативе премия служения. Вы видели этих людей, которые поднимались к вам на сцену. Вы видели тех людей, которые сидели в зале. Когда вы говорите о сплоченности, Владимир Владимирович, да вы сами своим примером показываете нам все это время, как служить, как любить Родину по-настоящему. Как менять и меняться вместе со страной только к лучшему. Вызовы всегда были и будут, они были разными. Сегодня не зря Ольга Анатольевна сказала, Владимир Владимирович, вы когда пришли, у нас детей мы не могли спасать, у нас скорая помощь не передвигалась, бензина не было. У нас такой, мы удивительный народ, мы забываем, с чего мы начинали. И хочу вам сказать, что... Это премия служения и наш вот этот муниципальный диалог на Всероссийский муниципальный форум еще раз нам всем показал, что даже когда идут прямые линии, Владимир Владимирович, мы это обсуждали, я хочу, чтобы вы знали, мы хотим извиниться перед вами, потому что очень многие вопросы, они местного значения. Но вы никогда не показали ни взглядом, ни делом, что для вас есть какие-то федеральные или региональные, и вы это разделяете. И мы с коллегами именно так для себя этот вопрос вот в сообществе решили. Когда к нам приходит человек, наша задача, по примеру вашему, здесь и сейчас, ответить ему на вопрос, решить, помочь.
И, наконец, эти сердца открыть, понимая, что люди к нам приходят не потому, что им не нравится рубашка наша или им нужно что-то лично от нас, потому что мы власть, потому что мы на передовой. То, о чем я говорила, рядом с людьми и ради людей. Если мы решаем эти вопросы, чувствуя эту боль как свою, воспринимая их как своих земляков, а в слове «земляки» столько много всего, я думаю, что тут и результат не заставляет себя ждать. Люди благодарные. И то, что мамы, жены, дети ждут сегодня с передовой, а наши коллеги, наша команда, мы же, Владимир Владимирович, тоже одни ничего не делаем. Все делает команда. И за этими людьми, которые здесь, большие команды и сплоченные команды, и те волонтеры, о которых вы сказали, добровольцы, это же тоже большая команда народная, российская семья. Поэтому нам есть вокруг кого сплотиться, нам есть вокруг чего жить, нам есть ради чего сохранять то, что наши предки нам оставили. А те, кто не знает русский характер, на колени мы становимся только перед иконой. Поэтому если кому-то показалось, что наш великий русский народ, а русский – это собирательный образ, многонациональный, красивый, с традициями, обычаями, даже здесь, Владимир Владимирович, вот наш представитель из Якутии, он нам сегодня говорит, вы имейте в виду, не зовите в гости к себе, Владимир Владимирович нам обещал. А ваши земляки из Кронштадта, они говорят, вы что, вы понимаете, что Владимир Владимирович наш? А мы понимаем, что вы всех, все хотят, чтобы вы понимали, что вот эта эмоция человеческая, когда вы вошли в зал, вы ее увидели, и не срежиссируешь. Народ благодарен. Сказать, что народ можно обмануть, нет. Нет разве проблем? Вот вам сказали, у меня сегодня 7 внуков и семья. Спросите у них, есть у нас дома проблемы? Есть. Она есть в каждой семье, в каждом человеке. Но если только горевать, если только думать о том, что да вот проблема есть, ее решать нужно. А решить мы ее можем только во главе с вами, наш любимый президент, национальный лидер, я вам эту эмоцию передаю. А мы на своей работе, ну, может быть, знаете как, не так ярко, где-то, может быть, не в таких поселениях маленьких, не в таких больших городах, но будем очень стараться не подвести наш народ, не подвести наших стариков, нашу молодежь, потому что мы для себя сегодня еще раз поняли, мы на верном пути, мы в хорошей команде. И знаете как, простите, но не могу вам этого не сказать. Когда спросила у людей по поводу форума, по поводу вот этой нашей встречи, знаете, какой вопрос задавали? Мы же часто будем встречаться, можно еще приехать, а в следующем году будем встречаться. И когда вы сегодня сказали, что на выставке ВДНХ чуть продлить возможность вот такого общения, увидеть историю, страну. Кто-то даже пошутил, спасибо санкциям, по стране стали путешествовать, родину свою стали видеть другими глазами. И пусть это шутка, но на самом деле только наш такой великий народ, только наш такой самобытный народ во главе с вами сделает много, если не все, пока мы вместе. Спасибо вам. Просто по-человечески, от всей души, от тех, кто не мог вам этого сказать, и тех, кто сейчас в зале, и те, кто сейчас с людьми, и те, кто вот у нас здесь представители новых территорий на передовой, не каждый мог приехать. Просто будем не говорить, а стараться делать. Вот это самое главное. Спасибо. Спасибо, Ирина Михайловна. Спасибо большое за добрые слова. Они, как в таких случаях говорят, и кошке приятно. Спасибо. То, что в Кронштадте у нас все развивается, я знаю. Да, бывает там иногда так незаметно, но... Мне нравится Кронштадт, я с удовольствием там бываю. Вот. А что хотел бы в завершение сказать? Я так понимаю, что мы завершаем, да, Ирина Николаевна? Ну, мы вас еще не отпускаем. У нас есть еще к вам такой маленький вопросик и сюрприз. Но знаем, что вы заняты и не можем себе позволить больше времени. Хотя, Владимир Владимирович, если была возможность, чай вас пригласили попить и много чего бы рассказали. Мы просто будем работать. Спасибо большое, Ирина Михайловна, спасибо. Я вот, Ирина Михайловна упомянула про прямую линию, да? Вы знаете, на что обратила внимание? Ну, я старался смотреть еще на экраны, слева, справа там. И хотел отреагировать на
одно сообщение, но не успел, потому что там пошли другие вопросы. Оно было таким, ну, небольшое, но в заключение было написано: «Не буду за вас голосовать». Я вот в связи с чем это вспомнил. Во-первых, очень важна всегда обратная связь. Первое. Второе. Нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных. И вот, по-моему, Анатолий Иванович говорил о том, что чем больше решаем, тем больше горизонтов открывается перед людьми. И, ну, здесь ничего плохого нет, я скажу прямым текстом, большего хочется, потому что появляются другие потребности. И это абсолютно нормально. И когда мы сталкиваемся с тем, что кто-то не до конца, как минимум, удовлетворен решаемыми нами задачами или не удовлетворен вообще, мы всегда должны помнить о том, что нерешенных проблем больше, чем решенных. И людей, которые требуют особого внимания с нашей стороны, очень много. В массе своей, да, мы немножко сократили количество людей, живущих за чертой бедности, но их еще очень много. Да, у нас немножко приподнялась реальная заработная плата и реальные располагаемые доходы населения. Но людей, живущих на такой скромной планке, особенно семей с детьми, еще очень много. И нам очень многое нужно сделать. И ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. А нужно воспринимать это как руководство к действию. Нужно быть благодарным людям за то, что не обращают внимания на те вопросы, которые мы еще не решили. Но вы очень много сделали за предыдущее время. И большое вам за это спасибо. Всего доброго. Спасибо.